Тетяна Овсієнко народилася 22 жовтня 1966 року у Києві. 2 роки була солісткою групи «Міраж». У 1990 році розпочала сольну кар'єру, записала 9 музичних альбомів, мешкає у Москві, має прийомного сина. Это правда, что после развода ты осталась практически ни с чем? Довольно сложная тема, потому что я здесь никого не виню, кроме себя самой. Хотя он был очень состоятельным человеком. Да, он был состоятельным человеком. Это уже, мне кажется, состоятельным он стал во время наших отношений, потому что все-таки от Ирины Александровны так особо он пришел, и как-то блок сигарет Честерфилд так особо не было, таких багажа у него. Но это не обсуждалось, потому что мы были по духу близки. Тем более он музыкант, и очень хорошо все понимал, играл очень хорошо. И как-то музыкантская тема, она больше присутствовала творческая, рабочая, чем жизненная. Когда уже стали жить вместе, вот я говорю, что людям, когда я поняла, что он мой друг в первую очередь, естественно, как и в любых отношениях, то ли любящих двух людей, то ли люди, которые считают себя друг другом, настоящим другом, нет никаких тайн и никаких там, ну, как-то, не знаю, дележа, что ли, такого. И когда уже, естественно, работая, зарабатывая достаточно много денег, у меня было очень много концертов, не сравнить, как сейчас, я сейчас не жалуюсь, но и по возрасту, наверное, так хорошо, было очень много. И концертов, и достаточно много денег, я уже вроде как и замуж вышла, а всю недвижимость, которую приобретали, естественно, из-за границы и там... Покупали на него? Ну, как-то, да. На кого оформиться ты? Я никогда не... Вот не было такая, а на кого оформили? Нивки, улица Щербакова. Нивки, улица Щербакова. Вот что-то с ним и залишилось. Ну, есть теперь у меня Ленинский проспект. И я, наверное, вот эту часть какую-то я немножечко упустила. То есть я не давала себе возможности. Потом, когда произошел все-таки развод, и я не хотела, чтобы, конечно, знал ребенок нескольких нюансов наших жизненных с ним, с Игорешей, чтобы его таскали в суд, и чтобы это было явно видно и слышно. Я уже знала, что у есть другой человек, и знала, что он с ним довольно давно живет, хотя мы так и договорились. Я знала об этом. Договорились каждый сам по себе? Договорились так, что если что-то как-то происходит, это был первый Вовин такой маленький, ну не первый, скажем так, обман, который меня немножко наши отношения, скажем так, изменил. Потому что мы с ним на берегу, когда начинали вместе жить, договорились, что если что-то произойдет в нашей жизни, неважно, сколько суждено нам прожить, в дружбе ли, в согласии, и если начнется, конечно, эта страсть и любовь, вдруг она возникнет, то ее сохранить. Если же нет, то сохранить те отношения человеческие, которые в полном смысле понимания. Но главное не подставлять. Если влюбишься и у тебя кто-то есть, то лучше сказать. Ну, может быть, он боялся, что я как-то среагирую не так, а ему не хотелось потерять ту девушку. 100%. Хотя я была совершенно в полном адеквате и знала, что она есть. Потому что шоу-бизнес есть шоу-бизнес. И при первой же возможности мне, как только она стала мисс там какой-то, мне тут же, естественно, гримеры, которые в России. Она мисс России была, да? По-моему, да, в 2003 году. И мне тут же сказали, что... Вот так, и этак. Я уже знала, я думаю, ну, положено. Всем богатым нашим мужчинам как-то у нас, как повелось, как правило, обязательно должна быть модель. Но я, девочки, извините, конечно, ко всем с уважением отношусь, поэтому все очень хорошо. Я не кипишовала, и у меня не было такого, что я там начинала нервничать, ревновать, устраивать ему сцены ревности. Я просто знала, что она есть. Но я не предугадала немножко своим... что может зайти так далеко. И поэтому каких-то там опасок, что на нем все оформило, и он мне никогда там что-то не отдаст. И я знаю, что у нас был сын, и есть Игорешка в то время, но еще маленький, несовершеннолетний. И было так договорено, что ребенок в полном порядке. А на кого оформлено, неважно. Я еще заработаю. Как-то так. А когда вот коснулась развода, и уже было мне запрещено некоторые вещи. Сюда не приедешь. Больше всего, конечно, мне жалко подарок, о котором вот тогда говорили, это Игорешке было подарено на Рублевском шоссе. Его крестное, его царство небесное, его нет уже. Подарен был дом, я знала, никогда не буду там жить, я не люблю Рублевку, но знала, что у ребенка есть. И как-то так я своим переписала ее на Богу и потом пожалела. То есть что-то оставил, но далеко не то, что надо было. Быть, Ленинский проспект, да, 3-комнатная квартира у нас. И все? И все. А, и машина. Мерседес белый, который уже сломался. И это все? Да. Это все, а потом уже дальше мы начали, конечно же, вести разговор, что у меня был офис очень хороший, о котором я студию мечтала на Малой Дмитровке, о котором я мечтала и хотела, чтобы там была студия. Потом как-то это было все, пока кто-то помогал, а потом мы с Крутым там хотели сделать хорошую студию, такую приличную. Я поняла, что содержать ее нужно, у меня для этого не хватит возможностей, средств. Хотела сдать ее в аренду, но там тоже выяснилось, что Вова уже там как бы этот офис принадлежит, да. И поэтому тут как-то так мы немножко пошляпили. Это правда, что он живет в Майами? Да. Причем у него чуть ли не остров свой, как мне рассказывали. Нет, почему? У него никакого острова нет, он просто там, где у Игоря Яковлевича, они же соседи. Угу. В соседнем доме, по-моему, обычных две. Обычная квартира? Квартира две. Одна на первом этаже, еще так я приезжала туда довольно часто, мы с Игорюшкой на первом этаже, они своей семьей на втором. То есть в этом плане даже все удивлялись, потому что я ездила к ним и помогала им как раз, как-то мы попали, я в Майами попала, и меня приглашали на презентацию какой-то новой яхты, что ли, были. А я с Игорюшей поехала, он отдыхать, и меня никогда не противились там, ну и как бы так я же имела право как бы приехать. И мы все вместе были там. И в этот момент они готовились к тому, чтобы осветить квартиру. И одну, и вторую. А жена Вовина, будучи по молодости, наверное, не очень часто ходила в церковь, да и не очень понимала, как это делается, процедура. Поэтому участвовала я и Игорюша в освящении их семейного дома, квартиры. И это совпало еще на Пасху. И встретила Андрюшу Малахова. Мы сходили с ним в церковь, заодно и Вовина семья с нами. Ну, вот как-то так. Высокие отношения. Высокие, да. У меня, помню, это отношение, потому что потом на следующий день, когда Андрюша, значит, дальше также у Владимира Григорьевича там есть яхта, и снимали какой-то материал про Юлю. А, вот почему Малахов был, Андрюша. Там он снимал интервью какое-то про Юлю, по-моему. В общем, у них яхта довольно здоровская, да. И мы приехали, значит, на утро туда. Игорюшка там и ночевал, ему нравится там. Проехаться, покататься, и, ну, все вместе. Ну, и сидит Андрюша и говорит. Он не знал Владимира Григорьевича лично. Ну, Аханькова, как бы, ну, Джулякова, значит, я знаю. Тебя, Тань, тоже, Игорюшку тоже. Я все только не очень понимаю. А, говорит, а это кто? Дубовицкого. А я говорю, это тот и есть. Торжества. Я говорю, это вот... Подожди. Я, говорит, не очень понял. Я говорю, это мой бывший муж, а это его вот настоящая жена. Он говорит, а, я понял теперь. Поэтому ну, довольно нормальные отношения. С Крутым, тоже нормальные отношения сохранились? У меня? Да. У меня, да. У меня ну, человеческие. Как было раньше. Ну, конечно, не так, как раньше, потому что я помню, как Игорь Яковлевич... Еще давно, как только начался Арс, как все вместе жили, Светлана Семеновна. Они же партнеры были по Арсу, правильно? Конечно, они, да. И приходил Игорюшка на Ленинский, тот же знаменитый. Я... Денег не было особо, там были... Только начиналось все это. Я варила свой знаменитый борщ. Легендарный. Легендарный. Приходили кушать на украинский обед, потому что они все готовили, любили. И вот он довольно часто был у нас тогда. Потом у них какие-то с Вовой начались, по-моему, какие-то разлады. Но это уже без меня. В то время, когда был этот творческий тандем Дубовицкий-Овсиенко, угу. Или Овсиенко-Дубовицкий, не важно, было рождено очень много хороших песен. Да, конечно. Хиты шли один за другим. И вот чем ты отличалась от многих коллег, особенно девушек на эстраде, они пели, не понимая что и не понимая зачем. У тебя были проверенные временем классные песни. Да. И «Школьная пора», и «Женское счастье», и, боже... «Дальнобойщик» потом. Ну, это вообще прекрасная песня. «Колечко», да, это было. Да. Кто знал, как выбрать песни? Он или ты? Обоюдно. Я чувствовала, он, наверное, там такая интересная история, потому что когда Зубков с Арсеньевым пришли, я в этот момент болела, лежала в госпитале на обследовании здесь, в военном госпитале. Они пришли ко мне, такие смешные два парнишки, говорят, знаешь, папа дальнобойщик, вы не могли бы послушать наши песни? Вот у меня две песни для вас про вашего папу. Дает мне, значит, «Дальнобойщик» и «Женское счастье». «Женское счастье» я тут же отбросила, Потому что было в это время, вышла песня у Алены, мы дружили, Апиной, «Узелок». Завяжется узелок. Ну, похоже, мне было похоже по моему внутреннему свету. Я говорю, не хочу это петь. Мне это не надо, это не то. Это не... Дубовицкий настоял просто на том, что эта песня необходима. И ты не понимаешь, что ты делаешь. После этого, конечно, этот Зубков написал 2 добротных альбома. И, конечно же, первым, кто его учуял, это был Вова. Он его учил, он говорит, в нем есть. Еще без огранки, без ничего. Но он... Хотя бы Зубков и Арсеньев, они хотя бы поддавались тому, той огранке, которую делали, да, вот их с них лепили. Потому что, конечно, у Зубкова и папа знаменитый, он написал, я помню, к «Неуловимым мстителям», по-моему, песню, он тоже был композитором, музыку. Арсеньев довольно своеобразный, философ. И потом второй шаг, наверное, правильный был шаг, чтобы мы уехали в Тверь, эту знаменитую студию, в которую все ездили. Мы практически, я просидела там полгода, мы снимали, я только редко уезжала на гастроли, очень редко. А полгода мы общались с ребятами. И вот этот, опять-таки, мама, опять-таки, борщ. Все это, значит, все было. В гостиницу оккупировали мы на полгода в Завидово. В общем, это еще была смешная, Дима, история, будешь смеяться. И общались вечерами. Долго-долго рассказываю, потому что вот школьная пора, она возникла только так. Потому что там, сидя, разговариваем, говорил. Но я всегда помнила, что у меня во дворе вот такая... Я росла во дворе, велосипеды, рогатки. Ранее заброшенные книжки. Да, да. И только мама, когда закричит, там, позовет домой там, после 9. Тогда я бежала. И на следующий день рождается песня. Вот в том тандеме, в котором мы все вместе были, а Дубовицкий, конечно... Нет, это чуть не так. Это не так. Потому что все-таки чувство, вот эта чуйка продюсерской хитовости в нем, конечно, не отнять. Просто не отнять. Да и дальше так было. Он всегда их вот как-то вот... Эта песня, это пойдет. У нас достаточно много. Мне очень жаль, что из этих альбомов несколько песен совсем не раскрутились. Там «Дом, где я распахнула дверь», там очень хорошая песня, очень хорошая. Но как-то так невозможно было, потому что вот в этом была маленькая ошибка. Ну, «До свидания», «До скорого», какая песня хорошая. Да, если бы «Парень из нашего города». Да, если бы дозировано как-то мы давали этих, может быть. Хотя я сейчас не жалуюсь. Я по нынешний день, 20, уж сколько лет. Это хватит еще до пенсии. Не работаю без этих песен, их невозможно. Зубков стал, тоже должен быть Вове благодарен, они так дружат. Он стал одним из самых молодых, по-моему, композиторов в Союзе композиторов наших. Именно со школьной поры. С партитурой. У меня есть такая партитура, мы подарили ему, там вручили. Да, так что, нет, конечно, вот это вот, мне очень важно, когда вот у артиста начинается какой-то творческий план, когда у него здесь все на душу вот разрывается, ему хочется творить, без команды не обойтись. Появилось много поклонников, да? В том числе и сумасшедших. Я знаю, вплоть до того, что на глазах вены резали, да? Девочки, я знаю, да, были какие-то, почему-то считали, что я, наверное, в основном девчонки по ориентации своеобразные. А да? Да, и у меня было очень много, кстати, писем писали, очень много. Ну, конечно, от военных, от солдатиков, от дальнобойщиков. От дальнобойщиков, естественно, да. Но девчонок у меня было очень много. И одна была девочка из Тулы, с ней боролись там чуть ли не через милицию, потому что она потом занималась. Я потом помню, показывали ее по телевизору, она там как-то с Софьей Михайловной потом еще такая же война у нее была. Она... умудрялась, даже телефона не было, чтобы звонить. Она звонила в Киев маме, вычислила в Киеве, где я живу, всем соседям до одного. Сумасшедшая. Ну, сумасшедшая, да. Она просто странный человек, требовала, чтобы с ней какое-то внимание. Она безумно творила вещи, но когда она начала, когда денег не было, звонить мне по межгороду, она просто снимала мужчин, подсыпала им как-то колофилин, или как это называется, не знаю, из их мобильника там. Выговаривала все деньги, потом какие-то школы я находила у бабушки. Прикольно. Очень весело было. Да. Да, девушка была вот такая, угрожала. Но как-то мы там уже, на нее было там заведены какие-то уголовные дела. И как-то она так, я уж не знаю, как она так раз и переметнулась как-то к Софье Михайловне. И мне было очень ее жалко, потому что я понимала, что это бороться невозможно. Можно только возглавить. Это невозможно просто. И такая была. И одна девочка вот была в подъезде, которая вот вскрывала себе вены. На глазах прямо, да? Да, конечно. Я открыла дверь, и она типа от любви такой, и надо, я буду целовать твои ботинки. Ну, в общем, бред какой-то начала нести. Но когда она это сделала, ну, благо я вот в обморок не упала, потому что никаких, конечно, ни в милицию, никакую, кроме того, что... брызнула, да? Ну, конечно, пока вызвали там все это, как могли, это остановили. И я весь вечер просидела с ней, разговаривая. Она писала очень долго, сейчас уже, наверное, просто выросла из этого бешеного, сумасшедшего возраста, что это было у нее, она не знает. Но я убедила ее в том, что я, наверное... чуть позже пойму, что такое односторонняя любовь, как это однополая любовь. Да. Но, говорю, так сложилось, что пока нравится мне мужчина, нравятся мне мальчики. Ну, я ничего не могу понять. И поэтому все нужно... Что со мной происходит, не понимаю. Не понимаю, да. И поэтому нужно, говорю, как-то держать себя в руках. Потому... Ну, в общем, долго-долго беседовала с ним и поняла, и поплакала вместе с ней. В общем, пережила ее, конечно, настроение, поняла. И так она осталась... Ну, она так с уважением потом писала. Не было таких истерик больше. Ты очень хороший, трогательный человек. Вот я знаю, что не получилось с Дубовицким, чтобы были у вас дети, и ты взяла мальчика Игоря, у которого был порок сердца врожденный. Мы, Димуль, об этом не говорим, хотя, то есть не пишем это, неофициально это не говорим. Игорь не знает об этом, на самом деле. То есть, может, он и знает, а уже по возрасту ему 16 лет, может, просто из-за уважения к нам не говорит. Эта тема в нашей семье закрыта. Мы о ней не говорим. И то, что писали в СМИ без моего ведома, это, конечно, оно так и есть. Я, конечно, довольно долго... Сейчас он уже совершенно взрослый человек. И то я ему как-то не говорю. То есть, я жду от него вопроса, хотя я с самого детства рассказывала ему о том, что вот если вот так вот будет, если у меня там не сложится, или как-то там я встречу мужчину, и будет у нас там, может быть, дети еще, а если не будет, то я возьму в детском доме, да, конечно, да, конечно. То есть и изначально я ему очень много рассказывала для того, чтобы он... Чтобы не было травм. Был иммунитет к тому, что если это произойдет, и кто-то скажет, кроме меня, чтобы не было реакции, которую мы довольно много знаем. И слава богу, ну, пока Господь миловал. Мне кажется, что он, конечно, знает. Мне кажется. У него был порок сердца ведь, да? Да, врожденный. И если бы не операция, которую ты оплатила... Да, он умер. Умер бы. Да, потому что однозначно, потому что мы были тогда на гастролях, и когда осматривал здесь его в Бакулевском Зеленикин, за который ему низкий-низкий всегда поклон, просто спаситель наш. Никто не хотел брать Игорюшку, потому что была очень высокая степень риска. У него была очень большая высокая легочная гипертензия. У него были дикие кровотечения из носа, и уже было поздно просто ее делать. Сейчас порок сердца врожденный делается всю секунду. Это уже на потоке. А там ему было 2,7. Уже был... Смотри, и принято, если уж берут детей, то берут здоровых, красивых, выбирают самых-самых. Вы взяли вот такого мальчика. Никто не думал. Я думала, однажды совсем по-другому. Тогда, в тот момент, когда мы были на гастролях, и эта медсестра... Это где, в каком городе было? Это был город Пенза. Пенза. Сколько ему лет было? 2,7. И в тот день, конечно, тогда, когда мы понимали, что надо просто спасти жизнь ребенку, человеку, никто ни о чем таком подобном не думал. И когда я узнала, что это возможно сделать только в Москве и только в Бакулевке, естественно, договорились, чтобы его просто привезли, показали. Ну, привезли, и профессор отказывал сначала, а потом сказал, что вы уговорите, я возьмусь. И дальше вот уже окрестили, потому что как-то нам сказали, что он не крещеный был. Хотела поменять сначала имя, потом оставила. И вот была операция, правда, был утерян его крестик, с которым я крестила, но мне, как сказали, что может быть и хорошо. И с этой иконкой, я его, которая ездила со мной на гастроли, стала его, скажем так, крестной мамой. И мы делали операцию довольно долгую. И он был, конечно же, в реанимации на аппарате искусственного дыхания, потому что с легкими у нас была, конечно, большая проблема. И Зеленикин мне тогда сказал, может быть, не выжить, потому что будем надеяться на Бога и на него самого, потому что легкие очень тяжелые. Господь мне подарил это счастье. Я до этого, когда он лежал в больнице, его долго очень готовили к операции. У нас и кислорода в крови было мало, почти месяц. Мне надо было работать. Дубовицкий об этом не знал. У нас уже так были натянуты отношения. Не натянуты, просто я не считала нужным это говорить. Не считала это каким-то добрым, там, сверх-супер каким-то делом. И я его в больнице попросила медсестру, чтобы она была с ним, потому что очень много капельниц. Ему тяжело было ходить. Вот. И ходила к нему каждый день. Притом у меня было такое состояние, Дим, там был этаж, естественно, детки, которые с пороком сердца маленькие. Все, мамы с ними лежат. Нельзя не выходить, не входить. Она находится на полном карантине. В бахилах, естественно, чтобы ребеночка там аккуратненько все было. Игорюшка вроде как нужно ему быть одному. Потому что, ну, я не могла не работать, мне нужны были деньги. Конечно. Да и я очень боялась за его состояние, очень тяжело перед операцией. Я не врач. И, конечно, боялась, ну, что-то не так сделаю, как-то не поверну неправильно. И поэтому попросила девочку, ну, там же работающую, чтобы она за ним приглядывала. Значит, его в палату, большую, огромную палату, как сейчас помню, и много-много кроватей. И в одной из них вот он. Так еще за такой железной штучкой, за огорожей такой. И ходит все время одно слово, говорил, он не говорил, такой «Муню, Муню». «Муню» — это у него было радио, она включала, медсестра, музыку ему включить. И «Бибика». И вот я каждый раз, уходя от него, значит, побуду с ним, поиграю немножко, потом уходила. Там машинки, естественно, все игрушки, которые можно было привезти. И я стала все время думать о нем. То есть мне все время хотелось обратно. Я быстро найти гастроли, быстро с них несла. Мне захотелось... А медсестра говорит, мама пришла. И я начинала еще там, у меня были какие-то мысли свои, там, что мне дальше делать, как. Ну вот я еду в Димитровград, сажусь в поезд, звоню Дубовицкому и сообщаю о том, что вот такая была, уже после операции, конечно. Я говорю, что вот ребенок был прооперирован, так и так, и вот мое такое решение. Брать. Ты как хочешь, я его мать, а ты уж как хочешь. Хочешь, решайся на это, хочешь, это твое дело. И за это очень сильно благодарна Игорю, потому что он мне стал просто вот моим счастьем и женским, и человеческим. Хороший парень вырос. Супер. Супер. Я не как все мамы. Я в любви, да. Не хвастаюсь, конечно, я не буду, как нормальные дети. Просто он добрый, конечно, характер, который растет, у него своеобразный. Вот сейчас были у нас период тяжелый, потому что мы как раз взрослели, у нас когда начались отношения с девочками, уже немножко мы такие. А с детства, конечно, ну, добрейший души ребенок и человека, всем животным, и его счастье, что он дал возможность, что он выжил вообще, за его силу воли, за то, что он меня сделал счастливой, за все ему прям, всю жизнь его прям... Ты не представляешь, какой... Жизнь перевернулась сверху на голову, потому что я понимала, что работа, не понимала и долго не... Как-то совместилась так, мне хотелось летать, вот как от любви, вот от той любви, которую, наверное, женщина может испытывать. Потому что я, ну, сразу после операции, считай, прошло 10 дней, его выписали, я со всеми клунками, горшками, летать ему нельзя было, я в поезд и в Германию. И 2 месяца я работала в Германии, он со мной под мышку на барабанах спал, там стал говорить, учился аппаратчиков складывать, скручивать так провода, он аккуратно скручивался, помогал световикам, я уже вижу, если я на сцене, и мне светит в коленки мои, значит, Игорь на ноги светил, все время он не понимал, что такое короткая юбка. Потом я перестала... бояться этой операции, потому что нельзя было ему ходить, а носить только на ручках. Каждое утро в душ холодный вместе с ним. Есть на заправках, как положено, там, в немецких, там, когда мы ехали. Ну, как получалось по маршруту, никаких поблажек у него не было. И он таким бойцом... Я думаю, ну, если я сейчас зациклюсь на этих таблетках, потому что он пил огромное количество таблеток, и у него еще продолжали идти очень сильное кровотечение из носа. Конечно, для меня это был ужас. Я поэтому взяла себя в руки и сказала, так, мы должны... Эту болезнь, она должна быть рядом с нами. Мы знаем, что она есть, очень хорошо, но страдать мы от этого не будем. И ой, это нельзя, как бабушки, мамы. Естественно, да. Женское окружение, да. Плюс еще няньки. Все, ой, лишь бы не пал, ой, лишь бы это. Я уже есть нормальный ребенок, он выжил, значит, будет жить. Ну, все. После развода с Дубовицким я понимаю, что красивая женщина одна оставаться не может. Да. В твоей жизни были разные, видимо, истории. Но газеты писали много о романе с Валерием Николаевым, который сыграл... Да, это писали, это вранье. Главную роль в дне рождения буржуя. Да. Да. Совсем другая история в этом. Но опять-таки, в этом, наверное, и хорош, когда я эту историю слушала, я говорила, конечно, вспоминаю хорошую фразу. Ругайте меня, хвалите меня, только не перепутайте мое имя. Пусть Овсиенко вертится, и хорошо. На самом деле история другая. Валера приехал сюда... Я знакома с его другом очень близко, не знаю, знаешь ты его или нет, Жижикин. Нет. Игорь, нет, он в Лос-Анджелесе в это время жил. Они дружили, а я с ним дружу по нынешний день. И как-то в Москву, то ли с Германии, то ли откуда-то, я не знаю, приехал Валера вместе с продюсером со своим. Мы стыкались, сидели в каком-то, я вот сейчас помню, с Лолитой было кафе, ну, прям не помню, что это было за вечер. И так разговор за разговором. И я узнаю день рождения буржуя. Ну, я говорю, слушай, тут меня спрашивали, кто тебе нравится из актеров? Я говорю, никто мне не нравится из наших. Да. Я говорю, а вот тот, который буржуй, ничего так себе. Это все, это вся моя была, вот эта любовь. Из этого, короче, начинается другая история. И они садятся с нами за стол, все вместе знают, это, общаются. Выясняется история, что он вернулся в Москву, а так как разведен с Ириной, жить пока ему негде. Я, естественно, по привычке миражовской говорю, пожалуйста, живите вместе с продюсером, вместе с девушкой продюсера. Тогда Валера встречался с Дашей Повериной. Да. Живите как хотите, в общем, места всем хватит. Да и, в общем, на Ленинском. Вова об этом прекрасно знал, что живет, значит, Валера. И я ему еще и помогала, там как-то его... надо было ему начинать свою карьеру актерскую здесь, в России. Еще там помню этот цирк, куда он шел, я там ходила, переживала, что думаю, надо же помочь. Я знаю, как тяжело в Москве, сама это прошла, съела все эти... Ему же начинать все сначала, уйдя и там из ФХАТ, или где он был актером, уехал в Америку, теперь вернулся, возвращение всегда не очень хорошо, нужно понять, это как-то должно быть, ну, без проблем вообще. Нет проблем. Пока найдутся новые роли, пока найдется новый заработок, там, потом он в состоянии, значит, будет себе какую-то найти квартиру. Ну, в общем, естественно, я ходила на все его премьеры. Естественно, я бывала в театре, в котором играет Ирина. Ну, вот 2-3 съемки. Из этого раздулся длины. И он, конечно же, будучи парнем остроумным, всегда говорил, у меня их много. У меня женщины, я всех женщин люблю. И всех очень, они у меня все очень замечательные, красивые. Но была такая раздутая история, которая на самом деле не имеет под собой правды. То есть она не существовала, мы просто дружим. Еще об одной истории я не могу не спросить. Да-да. Ты сказала, впервые я влюбилась по-настоящему. Да. Речь идет об Александре Меркулове, который был задержан в Ялте по подозрению в заказном убийстве человека, да. Я вот, кстати, Тамбовская ОПГ, Дима, и так далее. Да, спасибо, Дим, что задал этот вопрос, потому что, на самом деле, я человек, который низко и всегда кланяюсь своей родине, и, как и в любой стране, конечно, находятся люди, которые не очень порядочно поступают, пользуясь именем моим в данном случае. Потому что вот то, что раздуто было, и то, что все афиши, которые кричали очень громко, там, задержан, конечно, понятно, корреспондентам, ну, что сделаешь, ничего не сделаешь, у них такая работа о том, что просто это все писать и рассказывать, там, не знали дети, не знала мама, она и по нынешний день не знает, я стараюсь это как-то беречь ее всеми силами. Это было все придумано, на самом деле существовала совершенно другая история, по крайней мере, наше с ним знакомство совсем другое, естественно, вспыхнувшая любовь, которая как в 17 лет. Действительно, самое сильное. Это самое, да. Это мое настоящее. Но не зря я, Дим, по крайней мере, мы готовимся с ним к тому, чтобы пойти уже под венец перед Богом. И хотя он еще в заключении, еще пока находится, вернее, под следствием, скажем так, не в заключении, вот уже 2 года было, в августе было 18 месяцев. И вот у нас следующий там суд в декабре. Я все-таки надеюсь на то, что все самые страшные вот эти обвинительные статьи сняты, которые кричащие. Убийство, ОПГ, все это. А ты же, когда встретилась с ним, вообще не знала, кто он и что он? Да, конечно, нет. Потому что это было совсем другое. Догадывалась о том, вот это вот все это, слава богу, убрали. Все это. Я очень доверяла правосудию. Я боялась его. И, конечно, когда я встретила его тогда... Вот то ощущение я, наверное, всю свою жизнь сохраню. Когда я поняла, вот это... Вот, мой мужчина. Да, что это вот мое счастье. Это вот моя судьба. И я так рада, что это произошло. И, наконец-то, я теперь всему миру могу похвастаться, что я тоже знаю, что такое любовь. И что мое сердце любит. И что дышать мне легко. И что я свободна. Что я свободна в своих эмоциях. Мне не нужно ничего придумывать. Оно по-настоящему там не играться. Что-то вот здесь хорошо. И, конечно, мне все нравится. И я все... А это все, это... А ребенка родить еще возможно? Конечно. Так и готовлюсь к этому. И ни одного хорошо бы было. Были богатые, влиятельные поклонники, которые очень хотели добиться благосклонности? Думаю, что... Ну, у каждой певицы это есть. Да, конечно. Но, знаете как, это я... Вернее так, я расскажу людям, это предчувствие этого было, но, будучи, когда жила я с Дубовицким, мне всегда казалось, что я должна быть Может быть, да, так какие-то, ну, я же обычный человек, мне, конечно, там хотелось чего-то другого, там еще что-то, конечно, мысли возникают. И... видела реакцию таких довольно-таки состоятельных людей, которые, естественно, принимались ухаживать. Я чувствовала себя, что я, если я один раз позволю себе хотя бы такое ухаживание, которое не будет приятно Владимиру Григорьевичу, тем более, если он мой друг, но это неуважение будет к мужчине, который рядом с тобой есть. Поэтому все какие-то такие я сразу переводила в шутку. И как-то у меня так складывалось, что мы потом оставались все дружить, не доводя до каких-то таких серьезных отношений. Ну, флирт, да, хорошо, ну, понятно. Дубовицкий, кстати, никогда не был против флирта легкого. Он всегда знал, что рядом со мной приходят люди, поклонники. Он довольно был богатый дядя, который приходил сюда, дарил мне какие-то бессмысленные бриллианты. Их потом, правда, и украли также успешно. Через это, там их что-то, штук 118 было, какое-то колье. Как пришло, так ушло, да? Так, как пришло, так и ушло. И украли тут же в этой квартире. Поэтому я не очень... Ну, он никогда... Вот такого не было категорично. Вова не был таким ревнивым, чтобы устраивать истерики. Ну, понимал, и очень хорошо. И он всем говорил, я водитель Овсиенко, я нет, я не муж. Я... А что была за история, когда приехали просто бандиты? Угу. То ли Соликамск, то ли какой-то другой город. Да, правильно. Соликамск, это... И хотели, чтобы ты с ними поехала в баню? Да, это была Пермь, это Пермская область. Этот город, там есть... Там зэков же много. По-моему, да. Но тогда я не знала этого, и мы приехали, был Владимир Григорьевич с нами. Был, значит, девчонки были, X9 у нас перед нами работала, тогда у меня мало еще было своего материала, и тогда было принято как-то, возили группу с собой. Ну, разогрев. Ну, а мы дружили все равно, у нас разогрев непонятно был, как мы по очереди менялись. И в этом коллективе было 4 девчонки танцующих. И на бэк-вокале. Естественно, закончился концерт. Они немножко опоздали. Мы ушли уже в гримерку, концерт пошел очень хорошо. И вдруг я слышу грохот, начинается вот какое-то избиение чего-то. Но выйдя на сцену, тогда еще было же модно возить с собой охрану. Для меня охрана никогда, да, никогда не вызывала положительных эмоций, лишь только потому, что я понимала, в какой бы город ты ни приехал, только раздражение. Если охрана, то она нужна, может быть, от каких-то там... Ну, бывает, люди... От хулиганов. Выпил, да, и на сцену, когда тут там провода, там бывает всякое. Только от этого. Потому что я-то понимала своей головой, что никакие там охранники в любом городе, их было неоднократно. Я, конечно, слава богу, меня миновало это. Ну, не только раздражать. Я тут же, конечно, мы убрали охрану со сцены. И я вышла к ним разговаривать. Сначала Дубовицкий вышел, и я вышла. Значит, требуем ее, и была Верка Ковырялка, которая требовала от меня, чтобы я вышла разговаривать. Иначе, значит, будут проблемы у всех, никто никуда не уедет. Ну, вот я вышла, стоят парни с унчаками. Много? Человек 6, наверное. Определенного вида? Да, конечно. Все исцарапанные какие-то... Полностью разбиты сиденья зала. То есть они там устроили бордель. Такое, ну, все, они разнесли это все в клочья. Зачем, непонятно. Это было, надо было ломать. То есть от злости, что они то ли опоздали, может, они хотели на концерте это делать. А не получилось. Получилось после уже. Все тихо было. Никого нет. Ну и спустились разговаривать. А я в этот момент, девочка уже была научена, что надо лучше разговаривать спокойно, чем противиться, сказать «нет, нет, нет». И, естественно, Вова начал спрашивать, кто старший, с кем можно вести нормальную речь. Объяснял, что завтра еще концерты, в баню она поехать не может. Никак это, значит, не получится. Он один из них... Нет, старшего не было. Эти были беспредельщики. Так оделась, поехала, собралась, уехала, и чтобы мы этого их не трогали, там, девчонок. Так оделась, поехала? Да. Быстро все, значит, с таким конкретным наездом. Понимаешь, да, что не русская речь там была, а сплошное все, что возможно было. И так он меня этими унчаками так как-то так мне за шею, так прижал, и типа вот надо идти. Ну, вот решили поговорить, что все-таки давайте старшего сюда, который там якобы ждет где-то за дверью. Мы попробуем поговорить. Как-то, ну, не знаю, как это сложилось у Вовы. И он пришел, поговорили, рассказали наши понятия к этой жизни. И как это все происходит у нас. И, наверное, у вас есть старшие, и у нас есть старшие. Давайте мы сейчас попросим наших старших. Ну, там как-то так, в общем, туды-сюды. Закончилось, они уходят. Они уходят, Мы быстренько в автобус, и тут водитель: нет, подпишите мне накладную, эту путевку, я никуда не поеду. И, в общем, пока мы там мусолили, ждали, пока водитель куда-то ушел, они возвращаются. И тут он пришел, этот, вот, который все меня, он чеком, вот эти цветов, все, и я не уйду, и весь такой уже его, избили его, по-моему, он уже так с кровью на лице. Пока она меня не поцелует, не уйдет. А я боюсь, потому что у меня, ну, даже брезгливость такая существовала. Ну, как... Ну, в общем, закончилось все, слава богу, тихо, спокойно, что Дубовицкий сказал: давай лучше я тебя поцелую. Только так ты запомнишь лучше на всю жизнь. Ну, конечно, никто этого не сделал. Забрали его, этого парня. И они, конечно, слава богу, потухло. И они уехали. И вот такая была история. Но на самом деле, если предысторию смотреть этого всего, я всегда, когда заглядываю, уже будучи взрослым человеком, наверное, ничего просто так в судьбе не складывается. Я... До этого буквально ездила работать по приглашению с концертами довольно много в зоны строгого режима, в тюрьмы, женские малолетки. Ну, в общем, ездила достаточно много. И где-то вот, я помню, это Медынь, где висел мой портрет, Шульженко, и мой такой портрет еще. Причем я работала. И как-то так, отработав там несколько концертов, вот тот период, когда называли наездов, когда были на артистов, мне все больше приносили в гримерку бутылку водки, какие-то чеканки, ну, типа для музыкантов гревчик, там еще что-то, где-то хлеб. У меня очень много поделок, которые делали. И вот в тот момент, когда это произошло, то ли это сработало, потому что я знала, что можно как-то так уже на это ссылаться, потому что я знала, что вроде как там у них, ну, не знаю, как-то почтой какой-то передается или что-то. И, может, это сыграло, а может, нет. Хотя они потом на следующий день в Пермь все-таки приехали. Но уже было оцепление. Приехали в Пермь? Угу. Ну, уже не такие совсем уже такие отморозки отбитые, а чуть поприличнее. Но из этой же гоп-компании, этот старший. Но было оцепление. Я помню, Владимир Григорьевич, по-моему, уже больно постарался, потому что оно было очень большое. И я не смогла даже к людям доходить. Но потом среди концерта я поняла, что все спокойно. Естественно, это все поправили. Но это был инцидент вот один-единственный. Такого больше как бы у нас и не было. Таня, ощущение возраста вот для женщины, для певицы, вот какое оно у тебя сегодня? Как говорил Дубовицкий, спрашивал у меня, ну, это любимая фраза. 45, бабка, ягодка опять. Я не знаю, как я к нему отношусь. Я никак к нему не... Ну, ягодка? Ну, есть оно и есть. Я на самом деле, я как-то вспоминаю свои трагические дни рождения, я имею в виду душевные, в страстях. Это было мне лет 30, наверное. Я все думала: боже мой, 30 лет. Какая я старая. Какая же я старая. Ну, а когда уж потом пошло 35-40, и какой год, не знаю. У нас история была очень забавная. Я довольно часто езжу в Чечню. И получается так на мой день рождения. Ну, это как это у меня сложилось так. И я в один из лет там, я не знаю, когда... А, ну вот прошлый год, да, в 45 было, да, прошлый год. Нет, не прошлый, в 43 мне было. В общем, селят меня в генеральский домик, на следующий день концерт, мой день рождения. Ночью летели, Ханкала, пока это все равно там стреляют, все равно война. И улеглась я вечером. Приходит ко мне уже знакомая девушка, она военнослужащая, да? Мы там всегда живем в одном месте, а потом я езжу там на передовую, ну, какие-то разные точки. Она приходит и говорит: день рождения вот завтра. Может, коньячка выпьем? Пер, давай. Вот так у меня. Слезы у меня. Одиноко мне. Одна я. Годы идут. Еще было так, детей. Ну, в общем, все как положено. Жалеешь себя. И так, значит, приходит через пару часов, уже день рождения наступило, я звоню Гошу, продюсеру. Он в другом, значит, там где-то в казарме или как-то в другом домике. Я ему звоню и в слезах. Что случилось? Я говорю: Гоша, уже часа 3 ночи, наверное. Гош, какой ужас, мне столько лет, я одинока, и у меня там это, и то, и в общем, слезы, сопли. Он такой: секундочку, сейчас приду. Он говорит: у меня есть к тебе 2 новости. Одна хорошая, да, да, еще лучше. Я говорю: какая? Ну, первая. Говорит: тебе не 43, я 42. А в 6 утра надо быть на плацу с поздравлением генеральским. Ну, в общем, вот так вот. И вот этот период прошел, И я никак о нем не думаю. Но оно все есть мое. Когда-то, помню, модно стало делать это. Я одна из первых побежала делать себе ботекс, потому что я кривлялась на сцене. И была очень эмоциональная девушка. И мне все время все мои: не морщись, не надо морщин, не делай это. Я прямиком: что же надо делать? Ага, вот. В общем, тогда еще не понимали, кто это, что это. Сейчас я не хочу никаких ботексов. Я хочу, чтобы все мои морщины были мои. Я понимаю, что возраст, то, что внутри происходит, оно никак. Но вот то, что в паспорте, оно одно. Ну, посмотрю. Ну, да, оно будет сейчас в этом месяце 46. Ну, что в следующем. Ну и что теперь? Я знаю, ты когда-то сильно болела, у тебя были жуткие проблемы с позвоночником. Да. Это осталось еще до сих пор? Да. Это следствие аварии, да? Да. Сначала была авария, потом спустя много лет она, после, наверное, огромной нагрузки, потому что все-таки на сцене достаточно много танцую, и двигаюсь, и прыгаю, и еще вспоминаю фигурное катание. Остается у меня мой шпагат, уж не знаю, еще тогда, несколько лет назад, могла еще сесть. Мостики всякие, присядки. В общем, вот не стою на месте, скажем так. Ну и, конечно, позвоночник, к нему нужно быть готовым, потому что я и в зал хожу, это понятно, все замечательно. И со спортом дружу, таким обычным, и бегаю, и плаваю. Но дело позвоночник такая штука, она вот, если появилась уже вот эта вот... И один разочек она мне хорошенько подвела на новогоднем огоньке Первого канала, и тогда мне увезли... По скорой, здесь никого не нашли, уже начался Новый год. Вывезли меня в Германию. Довольно долго там пытались мне предложить эту операцию, которая искусственный этот, делает железный этот диск. Я, конечно, отказалась, потому что я не понимала, как я буду дальше двигаться и что. И я вот со своим позвоночником, вот я с ним договорилась. Я ему сказала: значит так, дружок, я знаю, что у меня есть. Я знаю, что ты у меня болишь. Я знаю, что периодически хочется тебе сильно так меня... чтобы я лежала, никуда не ходила. Но дело так не пойдет. Значит, я начала просто заниматься, нашла тренера, который мне помог, как мне закачать там спину. И теперь, сейчас, Дим, только у меня где-то что-то началось, я уже знаю, что мне надо делать. Я с ним дружу. Он болит, конечно, но куда денешься? Я смотрю на твои волосы и понимаю, что я читал, видимо, какую-то белиберду. Я читал, что писали, что ты наголо бреешься. А я была лысой. Период один. Потому что боишься с глаза. Да нет, это была вообще другая история. В общем, я приехала в Лос-Анджелес накануне дня рождения своего продюсера. Я приехала к друзьям. Мы отработали, вернее, концерт. Он улетел, а я осталась. И был такой период, когда мне очень-очень долго было на работе, и не очень качественно были покрашены волосы. Естественно, у меня была дикая проблема с ними. Они ломались. Я знала, что каждый день концерт. Они, конечно, не те, которые были в детстве и сейчас. И у меня была там подружка, которая была парикмахером. Она мне говорит: Тань, так они и будут ломаться. Я говорю: вариант? Есть решение вопроса. Она говорит: слушай, ну можно, конечно, приколоться, говорит, наголо. Говорит, так, машиночкой. Я говорю: да у меня съемка в Москве послезавтра. Она: ну, парик купим. Но зато, говорит, представляешь, но все равно же волосы надо как-то так, говорит, и мы мучаем, стрижем, без толку, говорит, ломаются они, все это сгорело. Ну, я говорю: да без проблем. Ну, все, ну, естественно... Мы нагло под машиночку. Я там попробовала даже сама проучаствовать. Прилетаю в аэропорту, встречает Гоша, он же лысый. Я ему говорю: Гоша, я тебе готовлю подарок к твоему дню рождения. Он говорит: да, какой? Тапочки. Он все просил мне какие-то тапочки. Ну, тут приезжаю, вся из себя красавица. Так на меня смотрит. Говорит: что это? Я говорю: это тебе день рождения. Я говорю: я просто решила, что ты у меня самый лучший продюсер в мире, и я буду теперь косить под тебя. Ну, и мы приезжаем на съемку, там Юля начало как раз была, я помню, мы снимались в каком-то ночном клубе, а вернее, съемка была там, постановочный, и совершенно дискотечный вариант. Ну, естественно, когда я вошла в каком-то парике, который там как-то по пути заказала, купила, ну, не помню, дорогущий этот парик, напяла на себя и понимаю, что я в шапке, я просто, мне жарко. И я не понимаю это ощущение, я понимаю, что это не я. Что мне с ним делать? Как мне к этому привыкнуть, к этой голове? Я поднялась наверх, сижу и смотрю, Юрка так косится на меня, не понимает, что происходит с моей головой, потому что... Ну, и уже я перед самым выходом плюнула и сказала: все, я не могу, я так, знаешь, как в кино, так все. Я пошла лысая. Было, все прошло на ура, а дальше мы с сыном выходили из этой ситуации. Я сделала трафаретики такие, цветочки, бабочки, прикладывала к лысине. Он мне закрашивал эту красочку, и я шла на сцену с бабочкой. Голубенькая папа, значит, тут бабочка. Потом ежик начал расти. Он маленький еще был, у меня так колется мама. Я знаю, что ты построила на Житомирщине храм. Є у меня такие, да. Ну, построила громко, сказать, там ще треба робити, там ще. Но это Житомирская область, да, где у мамы дом, где довольно часто, практически всю, вот до совершеннолетия Игорюшка был там на все каникулы, и жил в этой деревеньке, в мамином доме. Напротив хотели, насколько я тогда прослышала, это было всего года 3 назад, наверное, что хотят ставить магазинчик. Ну, а Дим, это везде так, это не только у нас на Украине, это вот везде-везде, где есть деревни и нет работы, и у стариков, они... Очень много людей, которые спиваются, очень много, которые пьют. И я знаю, там был богатый этот колхоз, потом как-то там что-то, насколько я сейчас правильно говорю, нет, не знаю. В общем, они хотели там ставить очередной магазин. Ну, и я тут забунтовалась, потому что думаю, ну и так пьют, ну куда уже дальше, какой-то ларек, ну, в общем, какая-то пивнушка должна была быть. Я думаю, не годится, дети бегают сюда, я там стадиончик этот им сделали, это поле, дети бегают в футбол играть, команды у них. Игорёша научился на украинском языке говорить, знаешь, да. Что все, там команда у нас деревенская, все футбол. И напротив вот эта пивнушка. Я думаю, надо же это как-то от детей. Они говорят, ну, хочешь, я говорю, лучше в церковь. Нет, в деревне у нас церковь, ни в одной, ни в этой нет. Ну, хоть маленькую часовоньку, хатынку так. Хочешь, строй. Ну, хочешь и строй. Ну, сказала, и теперь что надо. Нашелся батюшка, который мне помог, подсказал. Мы осветили, камешек заложили, все, значит, крест поставили, привезли. В Киево-Печерской лавре я уже пошла, уже спрашивала разрешение. У меня духовный отец из Киево-Печерской лавры, так что заказали мы эти купола. Ну, так, чтобы человеческая была маленькая, такой небольшой домик, он такие. А батюшка еще тот, который у нас там Владимир, отец Владимир, он зато стал писать какие-то листовочки для наших бабушек. Теперь у нас бабушки не пьют, а поют. И ну, кому от этого плохо? И дедушки ходят. И теперь все каждый праздник. У нас уже там венчаний было много. Ну, это процесс. Но я, конечно, до конца еще не доделана, потому что в связи с тем, что вот с кризисом этим и не особенно много такой работы, по возможности. Ты до сих пор у мамы останавливаешься в Киеве? Конечно. Мама там же на Щербакова или переехала? На Щербакова. Только на вот там, в хрущевке? Не-не-не. Мама уже живет в новой квартире. У меня сестричка живет в доме отдельном на Борщеговке, тоже недалеко от нее. Папа один остался на ней, так практически. Ну, все мы с этого дома уехали, как-то так жизнь сложилась. У папы другая квартира, у мамы другая квартира, у Витульки дом. Ты всех родственников на себе тянешь? Ну, они же мои, как это, они мне жизнь дают, они мне такая поддержка от них, они такая душа у меня. У меня одна сестра чувствует, Дим, я ее так люблю, потому что она мне и критик, и учитель. И вот я, конечно, мечтала, чтобы она осталась. Она была здесь, вот где преданная у нас. Она была здесь в самом начале моей карьеры в Москве, в Доярского она жила, а потом училась в институте в Киеве. И я очень хотела, чтобы она оставила Киев, потому что мне одной было здесь очень страшно и очень... Ну, если мама, маму понятно, потому что подружки свое уже, ну, рідне свое куди, ніяк. Приехать в гости, да, а дом есть дом. Бабушка еще была жива. А Витуль побыла здесь со мной немножко и сказала, я поехала домой. И вот сейчас у нас уже племяннику моему 12 лет, 13, будет, хоть британскую школу занимается. Она сама себе его в день рождения родила, в свой же. Вот. Так что у меня очень хорошая семья, и, конечно, довольно часто. А сейчас... Ну, вообще, мне очень нравится граница, что утром проверяют паспорт, а вечером, вернее, с вечера проверяют утром, и я на поезде. Я старалась самолетами уже не летать в последнее время, потому что уже так устаю от них. И когда и мне вот все выходные, пока Игорюшка хотел, и мог, и я сама, вот сейчас в тот период, когда Сашу арестовали, когда очень сложно здесь одной, когда все это, конечно, сердце рвется на части, я довольно часто уезжаю к маме. Довольно часто. И там моя душа, там мое сердце. Правда, сплю на диванчике. Сказала, пока Саша не придет, буду спать на диванчике. Сплю. Тань, напоследок, у нас есть традиция, когда в кресле напротив меня сидит человек, который может, любит и умеет петь, я всегда предлагаю что-нибудь исполнить. Акапельно, экспромтом. Ну, экспромтом, наверное, у меня... Может быть, все-таки пользуясь случаем, потому что ты приехал сюда, а сердце мое все-таки оно на двоих, и на России, и на Украину. Я, конечно, низко кланяюсь своей рідній. Батьківщині, не знаю, як... Помню, такая песня, я ее пела. Грає море зелене, тихий день дора. Дорогими для мене. Не могу, после концерта буду сипеть. Стали хмилі Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій. Очень люблю эту песню. И очень всей душой, всем сердцем, конечно, памятуя все папины, конечно. Папа всегда про войну меня заставлял. Я еще закончила музыкальную школу на фортепиано, а мне про войну. И у нас там дали за рекой было всегда. И все праздники, конечно, пелись украинские только песни. У нас довольно красивые песни про любовь, поэтому вот так уж прошу за СИП. Но он был искренний. Да, ну он такой, потому что, конечно, вчера довольно 2 градуса было, работали в Уфе, немножко потепло. Но эта песня, она мне даже разрешили, и даже крутилась в Киеве на радио, я очень хотела ее спеть, и она мне, конечно, душа. Танечка, спасибо большое за интервью, спасибо за удовольствие, которое я получил от общения с хорошим человеком. Спасибо. Вот, и добавить больше нечего. С хорошим человеком. Спасибо. Спасибо тебе.